прогноз погоды на 4 июля. Спонсор прогноза погоды – колледж Кайнар. Колледж Кайнар – это самые востребованные профессии. Юрист, техник по связи, техник, программист и другие. Колледж Кайнар – это конкурентоспособные специалисты и высокий процент трудоустройства. Колледж Кайнар – это высококвалифицированный преподавательский состав. Колледж Кайнар. Вместе создаем будущее. Телефоны для справок 52-29-14 и 52-29-15. Карауле ясно, днем плюс 23, ночью плюс 17. В Абрале облачно, днем столбики термометра покажут 27, ночью 18 градусов тепла. В Бескарагае малооблачно, днем температура воздуха плюс 23, ночью плюс 17 градусов. В Бородулихе малооблачно, днем синоптики обещают 22, ночью 18 градусов выше нуля. Калбатау ясно, днем синоптики прогнозируют 23, ночью 17 градусов тепла. Кокпекты солнечно, днем плюс 23, ночью плюс 17. В Урджаре ясно, днем 23, ночью 17 градусов выше нуля. В Ахсуате ожидается небольшой дождь, днем плюс 23, ночью плюс 15. В Аягузе облачно, днем плюс 23, ночью плюс 16. В Курчатове малооблачно, днем синоптики обещают 23, ночью 19 градусов выше нуля. В Усть-Каменогорске ясно, днем плюс 23, ночью плюс 17 градусов. В Семее малооблачно, днем температура воздуха 24, ночью 19 градусов со знаком плюс.